Здравствуйте, меня зовут Максим Шаинский, и мы продолжаем наше видеопутешествие по Таиланду. Наконец-то мы добрались до Бангкока. Здесь существует огромный выбор гостиниц, но если вы любите отели международных брендов с их предсказуемыми стандартами комфорта и качества обслуживания, то могу посоветовать вам остановиться в отеле Millennium Hilton. Он расположен в одном из самых престижных районов города, на берегу реки Чао Прая, и одним из главных его достоинств можно считать потрясающие виды на город ангелов, которые открываются буквально из каждого номера. Millennium Hilton имеет свой собственный пирс, откуда бесплатные лодки развозят туристов к станции метро, либо на другой берег реки, где находятся самые популярные в городе рестораны. Но даже если вам никуда не нужно ехать, просто прокатитесь на этой лодочке взад-вперед, потому что с воды Бангкок выглядит совершенно по-другому. Не случайно этот город называют Венецией Востока. Не ждите в оформлении комнат какой-либо тайской экзотики. Атмосфера здесь такая международно-корпоративная. Передайте вашему генеральному, что перезвонил, я на съемках. Вот такой офис вдали от дома получит в свое распоряжение каждый остановившийся в номере категории Executive Plus Suite. Номера эти расположены на отдельном этаже, куда попасть можно только при наличии специального ключа. Так что вам гарантированы солидные соседи, комфорт, простор и, опять же, прекрасные панорамные виды на город. Помните о садах Семирамиды? Вот здесь, на четвертом этаже гостиницы Hilton, расположен единственный в Бангкоке висячий пляж. Конечно, Бангкок – место шумное, немножко суетливое, но здесь царит редкая для этого города атмосфера покоя и расслабленности. Спустившись с небес на землю, оказываешься в еще одном интересном месте, где урбанизм отеля удачно сочетается с красотой и мощью тайской природы. Здесь сохранилось одно из самых крупных и древних деревьев в Бангкоке, а прямо в тени его ветвей расположился корпус местной спа-клиники. Познакомившись с местным спа-меню, я был приятно удивлен тем, что достаточно большое количество процедур здесь посвящены нам, мужчинам. Так что отправляйте вашу спутницу на шопинг, а сами сюда, поправлять подорванное отдыхом здоровье. Как и следует ожидать от отеля такого уровня, в Хилтоне есть множество ресторанов на самый разный вкус. Но абсолютной гастрономической звездой в этой гостинице является ресторан Prime с его эксклюзивным винным погребом и не менее эксклюзивными явствами.
одним интересным местом в Хилтоне является лаунж с названием 360. Снаружи он похож на такую летающую тарелку, приземлившуюся на крышу отеля. И пассажирам этого космического корабля гарантированы лучшие виды на ночной Бангкок. Если для вас, как и для многих других туристов, Бангкок является последним пунктом на пути домой, почему бы не начать этот путь стильно? Отель Millennium Hilton предлагает всем гостям лимузин-сервис. Возможно, вы уже устали от мотобайков, тук-туков и другой тайской экзотики, так что начинайте заново привыкать к народной русской машине. Да-да, я имею в виду Mercedes. А когда вы вновь соскучитесь по тайской экзотике, возвращайтесь обратно. Здесь вам будут всегда рады.